Обеспечить больницы препаратами, чтобы пациенты могли их бесплатно получить в первые 3 дня после поступления. Такое поручение дал мэр Одессы Геннадий Труханов руководителю департамента здравоохранения горсовета. На совещании медики проинформировали о готовности в случае необходимости к массовому приему пациентов с коронавирусом COVID-19. Базовым учреждением для оказания медицинской помощи определена городская клиническая инфекционная больница, в структуре которой имеются 20 изолированных боксов на 65 коек. В настоящее время идет вспышка респираторно-вирусной инфекции и гриппа. Регистрируется в основном случай гриппа H1N1, то есть свиной грипп, который был раньше. Мы полностью готовы к приему больных с возможной коронавирусной инфекцией. У нас есть защитная одежда, мы обеспечены медикаментами для оказания неотложной помощи всем больным. Есть противовирусные препараты.